Уважаемые друзья, страна в состоянии поднять по всем сегментам общества в два раза заработную плату. Легко поднять пенсии в два раза доплату организовать со стороны государства. Вот что мы должны требовать. Мы сейчас объединимся с требованием поднять заработную плату в два раза. Назарбаев, конечно, будет сопротивляться, потому что достойно живущие люди – это не в его планах. Потому что когда люди не бедные, когда они не мучаются, как погасить свои кредиты, когда они знают, что они способные и достойные граждане этой страны, независимые при этом, свободные, тогда этот режим не сможет властвовать 30 лет, не сможет устраивать полицейские беспределы и произвол. Поэтому Назарбаев в этом не заинтересован. Давайте мы объединимся, требуя единые требования, два раза поднять зарплату по всем сегментам, два раза поднять пенсию, и на этой почве произойдет объединение самых разных слоев населения, абсолютно всех. Но это объединение нужно все равно производить и организовывать через создание таких ячеек. 23 октября мы призываем всех выйти на массовый митинг. Давайте объединяться, давайте действовать. Алга, Казахстан!